Всем привет! Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и все подробности расскажу прямо сейчас. Как сообщает РИА Новости, участники смогут не платить НДФЛ с денег, которые они перечислят в систему. Льгота будет действовать, если человек перечисляет на накопительную пенсию по новой системе не более 6% своего ежемесячного дохода. Для крупных сумм предусмотрена другая льгота. Отчисления свыше 6% ежемесячного дохода могут быть уже включены в существующий социальный налоговый вычет, который ограничен 120 тысячами рублей в год. Также участники системы смогут получить смс-оповещение по движению накопленных средств. На этом пока все. Еще больше свежих новостей читайте на сайте mymsk.online. До скорого!